А теперь узнаем, что о Hyundai Tucson думает известная белорусская телеведущая Натали Роше. Нам очень приятно послушать ее мнение. Очень чувствительные педальки, как тормоза, так и газа. Ну, вроде бы как оборотистая. Я удивлена, что это всего лишь 2 литра объем. Мне кажется, что вот для мамы с двумя, может быть, маленькими детками, это, в принципе, неплохой автомобиль. Он не сильно большой, не сильно маленький. Ну, конечно, для такого автомобиля экран мультимедийной системы, конечно, это топ. Но вообще салон достаточно скромный. Регулировка удобная. Я люблю, когда автоматически ты в процессе можешь исправить что-то, ну, как бы, да, удобно. Открывается традиционно кнопочкой с электроприводом. Ну, если честно, вот то, что говорила в начале, маме с двумя детками, наверное, все-таки маловат багажник, да? Как мне кажется. Так как я часто в разъездах, в полетах, в разлетах, у меня всегда большой чемодан, какие-то сумки, и вот он получается какой-то, на мой взгляд, небольшой. Могли бы чуть-чуть побольше взять. Не, ну вот я как отец двоих детей, я четко вижу, что сюда залетает коляска и велосипед. Залетает? Серьезно? Да, блядь. Видите, как, а я как мать уже 16-летней дочери, не отдаю себе отчета, я не помню, как эта коляска выглядит. Поэтому, возможно, если... Нет, если ездить красивой маме с 16-летней красивой дочерью, то да, здесь мало места для вещей. Потому что я вожу с собой всегда много туфлей, разной одежды, съемки, да. Переодеться, то и все. Поэтому, конечно, как мне кажется, но я так понимаю, все равно же в любом случае, если вдруг я буду перевозить вещи в новую свою квартиру, ладно, можно откинуть. Да, да. Ну, все получится. Отправляйтесь на тест-драйв и решайте для себя, нравится вам такой автомобиль или нет. Но я думаю, что лучший вариант, если автомобиль будет все-таки новый.